Друзья, приветствую вас на своем канале. В этом видео я хочу показать, как сделать очень легко и просто грузики. Грузики для рыбалки. Грузики можно сделать любой формы, которая вам нужна. Все делается очень элементарно и просто. Смотрите, можно, конечно же, купить сразу готовые грузики, те, которые вы хотите просто повторить. То есть все очень быстро и легко делается. Идете, покупаете нужную вам форму грузика и вес и копируете ее. Можно любые формы копировать, любые грузики, те, которые вам понравились и те, которыми вы ловите. Так будет, конечно же, проще. Также, друзья, можно сделать самому или же доделать. Можно взять вот такие вот шарики от шарика подшипника и сделать уже именно с них грузики. А можно, друзья, сделать свою форму и делать уже непосредственно грузики, которые вам нравятся, которые вы полностью сами разработали, начиная от матрицы, формами и отливкой грузиков. И это будут ваши авторские грузики. Такие грузики можно делать любой формы, любого веса, которые вам понравятся. И сейчас я хочу рассказать, как я делаю для себя грузики. И для этого нам понадобится любой листовой металл толщиной примерно 0,4 мм. Берем инструмент круглогубцы и делаем изгиб. Изгибаем металл. Все делается примерно. Здесь не нужно ни радиуса там примерного, ни диаметра. Главное, чтобы был примерный полукруг. Примерно вот так вот изгибаем. И мы будем делать именно модель, мастер-модель нашего будущего грузика. Дальше нам понадобится свечка и шило. Поджигаем нашу свечечку, немножко берем парафинчика, лучше брать парафиновую свечку, чем восковую. Ложим немножко внутрь и расплавляем, подогреваем, вот все. Сейчас оно остынет и парафинчик будет служить как разделитель, чтобы у нас не прилипала наша моделька к металлу. И пускай остывает. Далее, друзья, смотрите, берем любую посуду одноразовую. Ложки, вилки, можно использовать тарелки. И все делается очень просто. Берем, подогреваем. И накручиваем на шило. Нам нужно накрутить, сделать такой вот комочек. И, друзья, из такой вот такого материала, как одноразовая посуда, из этого пластика, когда мы его переплавляем таким способом, можно делать очень-очень много интересных вещей. Не только грузики. Материал после застывания получается очень и очень прочный. Можно делать из него любые интересные поделки. И теперь берем, разогреваем. Влаживаем и начинаем вращать. Вот так вот покажу. И смотрите, мы придаем кругленькую форму. И делаем то же самое, как наши прадеды в древности делали посуду из глины. Так и мы будем делать грузики себе. Делаем ту форму, которая нам нужна. Нужно подогнуть, значит, подгибаем. Интересная работа. Немножко, конечно, пахучая. Но зато сделаем тот грузик, который нам нужно. Вот такую форму я хотел добиться. Немножко изогнутую, каплеобразную, но изогнутую
в определенную сторону. Дальше ждем, пока остынет наша заготовочка. Вот такая вот красивая форма получилась. Все идеально гладенько и ровненько. И теперь снимаем ее с шила. Вот такой вот интересный грузик. Дальше убираем вот этот вот хвостик, чтобы нам он не мешал. Немножко подтачиваем. Это же будет наша мастер-модель. От нее зависит будущее наша матрица. После того, как обчистили, все посмотрели, нас все устраивает, нигде ничего заусенец нет, все идеально. Очень прочный материал получается. Далее, друзья, делаем колечко, при помощи которого мы будем крепить этот грузик. Я беру проволоку диаметром 0,8 и быстренько делаю кольцо. Вот примерно такого диаметра мне подойдет. И делаю пару оборотов. Лишнее обкусываю. И в отверстие вкручиваю колечко. Вот такой вот, друзья, грузик. Моделька на будущий грузик у меня получилась. И теперь после того, как я сделал модель наших будущих грузиков, нам нужно сделать саму форму, матрицу для отливки наших будущих грузиков. Можно использовать любой материал, в принципе, можно форму сделать гипсовую. Но я давным-давно уже делаю, где-то лет 5 точно назад, посмотрел на одном из видеороликов, как делать из вот таких вот, из вот такой вот фольги. Очень быстро все делается и классные формы получаются. Для того, чтобы сделать такую вот форму, берем фольгу, это обычная пищевая фольга, или же можно шоколады использовать. И также нам понадобится емкость для формирования нашей формы. Для емкости я буду использовать вот такой вот тубус от Герметика. Итак, отрезаю нужное мне количество, вот примерно вот так вот. И теперь берем нашу фольгу, жмакаем. И слаживаем нашу емкость. И не забываем хорошенько утрамбовывать. И теперь помещаем в нашу матрицу наш грузик. И тоже его утрамбовываем. Немножко вдавливаем нашу модельку в фольгу и сверху также продолжаем формировать фольгой. И достаем. Раскрываем нашу форму. И теперь нам понадобится при помощи ножа сделать отверстие, при помощи которого мы будем заливать нашу форму свинцом. Все так же легко делается. Вот такого отверстия будет достаточно, чтобы залить туда свинец. И теперь достаем нашу модельку из формы, делаем колечки. Делаем заводное колечко, влаживаем его в форму, закрываем форму, зажимаем и разогреваем свинец. И заливаем все. Раскрываем нашу форму. И получаем вот такой вот грузик. Лишнее откусываем и убираем ненужные заусеницы.
И, друзья, при помощи модели, которую мы сделали, и формы, на которую можно отлить сотни таких грузиков, буквально за 5 минут я сделал себе нужное мне количество на следующую рыбалку. Теперь мне остается поехать на рыбалку, взять поводок, присоединить грузик, одеть приманочку и с удовольствием ловить рыбку и получать массу удовольствия. Благодарю всех, кто посмотрел это видео до конца. Надеюсь, оно будет вам полезно и вы что-то из него подчеркнете. Кто еще не успел подписаться, обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее интересное видео. Всем до встречи, мирного неба и не хвоста, ни чешуи.